Попробую ответить на вопрос, есть ли это правда или вымысел существования присутствия бронхиальной астмы у спортсменов и фанатов спорта. В последние годы наблюдается значительное увеличение заболеваемости аллергическим заболеванием и астмой. Эти наблюдения касаются не только общего населения, но тоже каких-то конкретных групп пациентов. И уникальная группа – это профессионалы спорта. Их особый статус является результатом широкого присутствия в средствах массовой информации, как общественных лиц, но не только. То, что он возникает из-за споров, которые связаны с применением, с использованием противоаллергических, противоастматических средств, эти споры, эти дискуссии ведутся во всем мире, тоже в наших странах, прежде всего в контексте лыжных гонок. Даже есть журналисты, которые говорят, что норвежские лыжники победили благодаря астме. Тоже в Российской Федерации были какие-то контроверсии, связанные с этим сюжетом. Знаем, что без лечения астма может значительно ухудшить спортивные результаты, но с другой стороны есть такое, в течение последних 20 лет наблюдается интересное явление во время Олимпийских игр. Среди призеров больше спортсменов с астмой. Это виделось уже с Олимпийских игр в Сиднее и в Афинах, это летние игры, где 5% спортсменов использовали бронходилататоры, но 5% спортсменов использовали бронходилататоры, но они получили 7% медалей в индивидуальных соревнованиях. Более впечатляющие наблюдения были опубликованы после зимних олимпийских игр в Salt Lake City, в Турине, в Ванкувере, где хотя 5-7% спортсменов использовало бронходилататоры, но они получили даже 15% медалей в индивидуальных соревнованиях. Заболеваемость астмой у олимпийских спортсменов растет, что становится очевидным, если мы проанализируем данные, полученные во время олимпийских игр с 70-х годов 20 века, до наших дней. Это данные по опросам со всеми отрицательными чертами анкет и опросов, но они впечатляющие все-таки. Олимпийские спортсмены, которые являются представителями зимних и летних, но выносливых видов спорта, они имеют наибольшую распространенность астмы и гиперреактивности дыхательных путей, чем спортсмены, у которых нет выносливости, которые не тренируют выносливые виды спорта. И в контексте зимних видов спорта существует такое классическое несоответствие между теми, кто тренирует лыжное двоеборье. Это спортсмены, которые впервые прыгают из трамплина, а потом катаются на лыжах 15 километров, конечно, на холодном воздухе, а теми, которые только прыгают из трамплина. И это четырехкратное различие в одобрении применения бронходилататорных средств, потому что, чтобы применять бронходилататоры в качестве спортсмена, надо получить специальное разрешение от ВАДА, мирного антидопингового агентства. Taka ingalacja chłodnego powietrza ona może spowodować powrężeniu dychacielnych płuc i może prowadzić k waspaleniu dychacielnych płuc. No to, że nie tylko u sportsmenów, którzy trenują się na chłodnym powietrzu, no to, że te, którzy trenują się na krytych katkach, jak kańkobieżcy, u nich też odmieczается повреждение, воспаление дыхательных путей, потому что там дополнительный раздражитель дыхательных путей – это загрязнение воздуха от шлифовальных машин, которые там используются. Это тоже может спровоцировать воспаление в бронхах. В контексте летних видов спорта
То, что спортсмены летних игр, которые тренируются на выносливых видах спорта, они имеют гораздо более высокую распространенность астмы, чем их коллеги, у которых такой выносливости в тренировке не встречается. Есть интересен процент использующих бронходилататоры среди тех, кто тренирует синхронное плавание. Он почти сравниваемый с, как можно сказать, нормальными пловцами, хотя выносливости у них намного меньше в их тренировке. Но там есть тоже добавительный фактор. Это они подвергают влиянию хлорамина, который встречается в здании бассейна. И хлорамин – это побочный продукт взаимодействия хлора с органическими веществами. И он очень вредительный для дыхательных путей пловцов. Dla rozwicia astmy, dla symptomów astmy, очень ważne jest to, że количество лет тренировки. Например, во время зимних олимпийских игр в Турине в 2006 году, когда проанализированы данные 193 спортсменов, которые были допущены к применению бронходилататоров, оказалось, что у 2/3 из них не было анамнеза астмы в детстве. У почти 50 начало астмы было в возрасте 25 лет или старше. Значит, это очень важно, как долго тренируется. И это тоже подтверждено обсервациями у финских лыжников, когда там, даже если у данного лыжника нет астмы, когда он начинает тренировку, у него on boli jest sposobien k rozwiciu symptomowy tej bolizny. To, że interesuje dane opublikowane italianskimi śledowacielami Matteo Banini i jego kolegi, oni proanalizowali dane aprosów, które zdjęli u italianskich olimpijskich sportsmenów za miesiące niepośrednio przedszedstwowawszy przyjmowanie uczestnictwa w niekolkich olimpijskich igrach. I po tym danym astmu diagnostyrowali u 15% italijskich olimpijskich sportsmenów. No, przedłuższy diagnoz wracza существował tylko u 62%. Co interesne, bolie 80% italijskich olimpijskich sportsmenów сообщало по анкетам респираторные симптомы, которые могут наводить к астме, значит, типичные для астмы. Тоже интересно, что только половина из них использовала противоастматические средства. Я к этому сюжету лечения еще возвращаю в дальней части моего доклада. Данные об аллергических заболеваниях мы тоже получили среди членов сборной Польши во время Олимпийских игр в Пекине. И по анкете оказалось, что частота предыдущего диагноза аллергических заболеваний, диагноза врача, таких заболеваний, как астма, аллергический ринит или пищевая аллергия, сравниваемая с той, которая наблюдается в общем населении нашей страны. Эти данные почти идентические, как в общей популяции Польши. В среди польских олимпийских спортсменов более 20% сообщало, что когда-либо использовали какой-то противоаллергический или противоастматический средства. Najbardziej использоваемые являлись антигистаминовые средства, у более 15%. Но что поразительно, что только 2% из олимпийских спортсменов использовали ингаляционные стероиды. Если мы вернемся к этим данным, что 6% было диагностированных астмой, но только 2% получало правильное лечение, можем заявить. На момент исследования почти 30% спортсменов сообщали в анкете, что у них существовал любой симптом астмы, связан с физической нагрузкой.
To mógł być kaszel, adyszka, ili stisnienie w grudzi, ili drugie. My potem przygłosili tych sportsmenów na вторую ocenkę, albo w nasz centr, ili w Государственный центр по спортивной медицине в Warszawie, ponieważ my вместе z kolegami z Государственного центра prowadzili to исследование. I po tej второй ocenki my w końcu końców diagnostyrowali astmę u 11% polskich olimpijskich sportsmenów. I jeszcze raz chcę podkreślić, że w начале tylko 6% miało diagnoz astmy postawiony врачом. To zestaw naszej zbornej w czasie olimpijskich igr w Pekinie. Z oddzielna wynosliwe i niewynosliwe widy sporta. I my oddzielna proanalizowali te dwie grupy sportsmenów. No tam nie było nikakich różnic, nikakich rozliczeń w częstocie stisnienia w grudzi, swiszczącego dychania, adyszki ili kaszla. No to, że nie było nikakich rozliczeń w częstocie diagnoza astmy ili diagnoza alergiczna rynita. W sredzi sportsmenów mogą существować dwa fenotypy astmy. Teraz takie fenotypy rozliczają. To w последних годах to była opublikowana исследователями, которые члены группы интереса Европейской академии по аллергии и клинической иммунологии. Там есть такая группа интереса по аллергии, астме у спортсменов. Если вы интересованы, я могу вам об этом сообщить позже. Но там есть два такие фенотипы. Атопическая астма – это та, которая встречается у всех больных, не только у спортсменов, которые характеризуются аллергической сенсибилизацией. Со существующим аллергическим ринитом очень часто или другими аллергическими заболеваниями. Там тоже встречается увеличенный уровень выдыхаемого нитрита азота, который при знаком эозинофильного воспаления. Но такой особый фенотип астмы у спортсменов, который характеризуется респираторными симптомами, которые прежде всего вызваны физической нагрузкой, там существует гиперреактивность дыхательных путей и очень часто нет признаков аллергии. Конечно, оба фенотипа могут сосуществовать, потому что есть много спортсменов, которые тоже аллергики. Существует несколько гипотез относительно возможных механизмов бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой у спортсменов. Первые два, они довольно старые, два других, они были сформулированы совсем недавно. Они все хорошо рассмотрены в статье в журнале Allergy, который я являлся соавтором. В сегодняшней лекции я хотел бы сосредоточиться на повреждении дыхательных путей, которые приводят к усилению воспаления дыхательных путей. Травма дыхательных путей она является результатом такого вредного воздействия неблагоприятных условий, в которых спортсмены очень часто тренируются. И это воспаление дыхательных путей в одном из канадских исследований, оно было подтверждено исследованием индуцированной макроты. Там в макроте встречался повышенный процент клеток бронхиального эпителия, прежде всего у пловцов, по сравнению с контролями или с пациентами, страдающими астмой, но такими, которые не тренируются, которые не спортсмены. То, что у атлетов, подвергающихся воздействию холодного воздуха, процент клеток бронхиального эпителия в макроте был повышен, но эта разница не была статистически значимой.
W to, że tam byli analizowani neutrofili i w makracie u sportsmenach zimnych widów sporta kolicieństwo neutrofilów korelirowało z kolicieństwem czasów trenirowki w niedzielu. Eta była u tych, którzy trenirowali na zimnym, na chłodnym wazduchie, ili ci, którzy tam nie trenirowali na chłodnym wazduchie. No, korelacja była całkiem znaczna. Воспаление дыхательных путей также наблюдалось при бронхиальной биопсии у лыжников, это в подслизистой основе бронхиальной стенки. И по сравнению с легкой формой астмы, там наблюдалась совсем значительная нейтрофильная инфильтрация. Так в дыхательных путях с гиперреактивностью, как и у тех, у которых гиперреактивности не наблюдалось. В нашем исследовании, которое мы провели у юных конькобежцев и пловцов, мы использовались анализами конденсата выдыхаемого воздуха. Это очень удобно, это неинвазионный метод, который может отражать ситуацию, которая проходит в бронхах и в дольных дыхательных путях. I после analizy этого выдыхаемого конденсата мы увидели, что уровень провоспалительного цитокина фактора некроза опухолия повышен так у спортсменов во время тренировочного периода или после тренировочного периода. I tam to, że u sportsmenów встречался zniżony уровень koncentracji противовоспалительного cytokina, это antagonist receptora interleukina pierwszego. I эти proporcje byli схожи z tymi, które встречались u больных с астмой. Это больные с легкой формой астмы из нашей поликлиники. Но эти уровни правоспалительных уровень правоспалительного цитокина был схожий с тем, который встречался у конькобежцев и у пловцов. Это данные по здоровым контролям. Так? В наших исследованиях мы используем анкету. Это анкета АКВА, которая очень полезный инструмент для скрининга и для идентификации спортсменов, у которых надо подозревать астму или другие аллергические заболевания. Она была разработана итальянскими исследователями, утверждена у итальянских футболистов. В ее состав входит 25 вопросов. И вопросам, которые относятся к прогнозированию, извините, аллергии, приписаны от 1 до 5 пунктов. И общий балл 5 или больше имеет положительную прогностическую ценность для аллергии с совсем высокой специфичностью и чувствительностью 58%. Как у астматиков, так у спортсменов, страдающих ринитом, медианы, исходящие из этой оценки АКВА, были значительно выше по сравнению со спортсменами без астмы и без аллергии. Это данные по сборной Польши в играх в Пекине. И 15 был общий балл у астматиков, он выше других групп. Оценка АКВА была тоже значительно выше у спортсменов с положительным результатом кожных проб. Это может быть неудивительно, но я хотел еще сказать, что у 43% всех спортсменов бал АКВА был 5 или выше, значит, был уже значительный в смысле скрининга по аллергическим болезням и астме.
Но что поразительно, то среди них 52% не были ранее диагностированы с какой-либо аллергической болезнью. Значит, эта анкета может принести какую-то добавительную пользу в контексте идентификации спортсменов, у которых развивается астма или аллергические болезни. В том, что касается проверки функций легких, хотя ОФВ-1 у спортсменов с астмой был значительно ниже, чем у спортсменов, страдающих ринитом, или спортсменов без астмы и других аллергических заболеваний, но удивительно, только у 4 из них он был ниже 80% прогнозируемого. Значит, это не совсем идеальный диagnostyczny instrument dla identyfikacji sportsmenów z astmą. To, że test na abratimos bronchów nie jawiał się takim idealnym diagnostycznym instrumentem, потому что там среднее изменение ОФВ1 było 5%, но оба критерия, нужные для определения обратимости, были выполнены только у 14 спортсменов, только у 7%. Но, как помните, астма была диагностирована у 11% при применении других диагностических инструментов. Не было значимых различий в параметрах бронхиальной обратимости у спортсменов с респираторными симптомами или без респираторных симптомов, указанных по анкете АКВА. Неспецифическая гиперреактивность, которая оцениваемая провокационной пробой с метахолином, но тоже другими пробами, встречается довольно часто у профессиональных спортсменов, даже у тех, у кого нет астмы. И, например, в том ранее цитированном канадском исследовании провокационная проба с метахолином оказалась положительная у почти 70% пловцов. Это то же самое пловцы, у которых были брахиальные биопсии и анализ макроты. И у 28% спортсменов, подвергающих влиянию холодного воздуха, значит, тренирующих на открытом воздухе в зимнее время. Мы тоже в нашем исследовании использовали провокационной пробой с метахолином, и такое исследование, которое мы у конькобежцев сделали. Это не конькобежцы олимпийского уровня, это даже, можем сказать, областного значения клуб. Это были молодежные конькобежцы с 12 до 20 лет. Они тренировали не менее 3 сезонов. И у 14 конькобежцев был положительный результат провокационной пробы с метахолином, хотя только один из них был раньше диагностирован астмой в другой поликлинике. В другом исследовании то, że гиперреактивность бронхов, и которая была оцениваемая любым видом провокационного теста, была наблюдена у более 50% спортсменов, лыжников, у которых нет симптомов, наводящих на диагноз астмы. То, że takie исследования wieli w greckimi исследователями, to, że wieli z greckimi исследователями, i tam to, że u 2/3 tych, u których nie przedyduszego diagnoza astmy, любой провокационный тест являлся положительным. Оканчивая, зачем надо диагностировать спортсменов астму или бронхоспазмом, вызванными физической нагрузкой? Потому что астма является распространенным хроническим заболеванием среди спортсменов, особенно тех, кто участвует в соревнованиях на выносливость, плавании и зимних видов спорта.
есть возможность исключить ухудшение спортивных результатов и снижение вентиляционной способности. Астма может являться значительным фактором риска необъяснимой смерти у молодых, юных, молодых, здоровых людей. И что я надеюсь, что смог доказать, есть подгруппа спортсменов, которые не имеют симптомов, но имеют объективные доказательства бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой. Так есть, среди экспертов существует, ведутся дискуссии про гипердиагностике и последующего чрезмерного лечения астмы у спортсменов. И я тоже обсуждал этот сюжет с коллегами, прежде всего из Скандинавии, где такие контрowersje существуют. У нас мнения были разные. Я лично считаю, что нам не надо бояться диагностировать спортсменов астмой, потому что если мы будем слишком осторожны, мы будем рисковать, что наши пациенты не получают правильного или достаточного лечения. Значит, этот баланс между гипердиагностикой и недостаточным лечением. Но это все-таки контрowersja, которая существует, но я лично считаю, что надо диагностировать астму у спортсменов. Итак, знаем, что спорт приближает людей, приближает тоже наши страны, что было видно во время чемпионатов по футболу в 2012 в Польше и в Украине. Тоже в прошлом году в Москве, когда Красная площадь стала бело-красной на один день. Тоже, если есть сторонники Łoka в зале, вы знаете, что там два polskich futbolista, они совсем успешны, они оба в сборной Polski по футболу. Я надеюсь, что не только из-за спорта, но тоже из-за таких событий нашей страны и мы станем еще поближе. Так я оканчиваю теперь, если у вас будет способность быть в Polsce, я вас приглашаю посетить наш город, хотя он не по стандартному туристическому пути. Но там мы не только современностью живем, но тоже сохраняем следы русского населения, которое было очень значительное до Первой мировой войны. Спасибо еще раз всему Арккомитету.